Я запретила снимать. Изменение периодичности издания на более, без разницы, там, ежемесячные, ежеквартальные, раз в 5 недель, они должны уведомлять либо делать переучет. Об этом гласит как бы закон о средствах массовой информации, об этом гласит кодекс о государственных правонарушениях. То есть, если в случае меняется периодичность, то они должны как бы делать переучет. Периодичность не менялась, и приостановления не было. Газета является независимой. И вообще, то, что возбудит такое дело в отношении газеты с таким вот, не знаю, смешным или абсурдным поводом, и то, что вот мы сейчас все здесь рассматриваем, это абсолютный абсурд. И хочется сказать, что здесь о никаком нарушении не может быть речи. Здесь просто политический мотив, который исполняется в лице акимата города Алматы. Газета выходит один год, вышла в тираж больше 20 тысяч, и она очень неудобна властям, которых газета периодически критикует. И поэтому здесь хочется и вам сказать, и, может быть, попросить прощения о том, что мы отнимаем ваше время таким вот пустым, абсурдным и необоснованным поводом, который просто можно назвать одним словом – политический заказ. Спасибо. Прошу суть признать собственника Альмухамбетовой Мироновой по статье 342, часть 4, и назначить по административному взысканию в виде штрафа 100 месячных расчетных показателей с приостановлением издательства сроком на 3 месяца. Газета «Шоколадная», а Мухамбетова «Зачем?» по статье 342, часть 4 кодекса Республики Татарстан об административном правонарушении. По данной статье назначаю взыскание в виде штрафа в размере 100 МРЖ с приостановлением выхода других средств массовой информации на срок до 3 месяцев. Можно у вас спросить, а почему вы себя запрещаете снимать? Ну, это называется волюнтаризм, знаешь, такое слово, когда... Нет, когда вот, не это... ну, как бы вот, скажем, на основе этого, можно там, я не знаю, направить жалобу на этого судью? Можно направить жалобу, я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия для судьи, но жалобу имеешь право. Вот, потому что это не базируется ни на каком законе, даже ни на каких даже внутренних предписаниях, это просто волевое решение судьи. Нет, вот у меня такое подозрение, что у судей, наверное, боязнь камеры, нет никаких там психических расстройств, честно. Не, ну просто, видимо, понимает, что решение будет заведомо неправомочное, поэтому не хочется лишний раз ей появляться на публике. Ей стыдно показывать себя в таком решении? Насчет стыда я сомневаюсь, но что-то, видимо, что-то еще осталось.